Добрый день, меня зовут Баранов Павел. Я буду читать часть курса IT Project Management в Web Academy. Поговорим, чем IT-менеджмент отличается от классического менеджмента, какие подходы можно брать, какие не надо брать. Поговорим про хардскиллы, поговорим про коммуникации, риск-менеджмент, методологии и все, что с этим связано. Привет, меня зовут Андрей Григоренко. Уже более 2 лет управляю проектами в IT-сфере. И хочу пригласить тебя на курс по управлению проектами в IT. На этом курсе я буду больше уклон делать на софт-скиллы. Мы будем говорить о мотивации, о том, как взращивать команду, о том, как с ней правильно общаться. Мы будем говорить о том, какие есть стили и роли менеджмента, и как выглядит жизненный цикл организации. Мы поговорим о том, какие есть виды проектов, как перетекает проект из одной фазы в другую, какие инструменты следует использовать на каждой из этих фаз. И также поговорим о том, в чем заключается разница между управлением одним проектом и управлением, если у тебя есть несколько проектов одновременно идущих. Ждем вас на курсе, приходите, будет весело, интересно и познавательно. Мы с Пашей достаточно разные, и Паша будет делать уклон больше на хардскиллы, в то время как я буду делать уклон на софтскиллы, поэтому каждое занятие будет обязательно отличаться от предыдущего.